Первый радиоролик избирательной кампании. Меня зовут Алексей Мачанов. Я родился, вырос, живу и работаю в Киеве. Очень люблю свой город, его величие, уют и красоту. Но 23 года Киев разрушали и грабили, наживаясь на бюджете и каждом киевлянине. Уверен, это не устраивает ни вас, ни меня. Пришло время навести порядок в родном городе, новой столице европейской страны. Увидимся возле урны на избирательном участке.